Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Сало с новолуний. Гоны Викси поиграем. Заберу какой-то зверя, не знаю, кого из них, правда. Песик неплох вначале, чтобы побафаться. Бабушка, ну тоже неплохо, да? Ну, гон, наверное, песика начнем. В целом, что-то этот, в последнее время играю, песик вроде как оки-доки на первый ход. О, видали? Шук, забафался, шук, забафался. Уже 4-3 карты, уже как бы, ну... То есть 1-3 смотрится, так, ну, не знаю. 4-3 карты уже, думаешь, ничего себе, вот это мощь. Вот это круто. Там такая штука может быть, не знаю, миллион, точно не страшно. Не, хотя, ладно, может быть страшно, если там этот... Презентабилка только нажала прошлое. То спла там упала, там спла упала, там за 2 был спел. Надеюсь, что упала такая, да, штука, удильщик, а не... Они 1-3, да? Ага, я же говорил, там такая нага, и все, смотрите, сейчас даже не проигрываем. Ну, у него, кстати, прикольно, что с первого хода же билка ТКС, то есть Эйдора тоже все прям здорово, молодец. Опа, гусыни есть. Я заберу гусыни, наверное, все равно. Хорошо, двоека, пусть будет. Гуту Сильвера, да не было, не хочет пати вообще. Ну, фак, да. Блин, на самом деле можно было справиться. Можно было справиться. Надо было, чтобы бабушка первая ударила в... Это наше. 2-3, и вообще четко было бы. Та-да-да-та-да-да-да-да. Ну, я бы, наверное, зачилил пока вот так вот. Пёся есть. Пёся! Пам-п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 ам. Ладно, кусь-кусь. Не в 2-4, не в 2-4. Окей, да. Да, окей. Привет, сегодня дуо будет? Да, не, нафиг дуо, не хочу. Здорово, мамка Матвея. Здорово, ребят, всем, кто их подходит. Всем привет, всем привет, всем привет. Здорово, ребят, здорово, 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 здорово. Мне нравится весь магаз вообще прям пропылесосить. Что думаете насчет такого? Прям от фул все забрать, прям. Ты смотрите. Купил сквернокрова, вот эту штуку прокрутил, все это голдишка, там забрался уверенность. Эта хрень забафает, потом заберу жижу, мозги, и сделаю эту штуку, и он съест 2, это, ну, точнее, 8, 2 здоровья, в смысле, даст, еще 8-10 карту съест, это вроде как супер сильно, ну, типа, голова напрокрутили, и все, ну, здорово, и ставку, я думаю, тоже выиграем. Мне прям очень нравится, мне здоровский магаз у нас, и голдишка, и все на свете прокает. Я сейчас повторю это просто, сейчас секундочку, я думаю, сейчас раз это сделали. Я точно это, я попаду, я смогу. Я думаю, стоит ли мне что-то вперед выкупать? Как будто нет, я как будто просто попаду. Я точно смогу, ребят, я точно смогу, я умею. Сейчас, 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 сейчас. Пам, 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 пам. Я не смог. Я не смог, игра говна. Тут. Две самоверенности бахаем. Если я сейчас выигрываю файт, у меня просто 5 голды здесь, и еще 6 голды будет самоуверенности. Это будет золотой обвинитель, что? Секунду, а че он хайроль так жестко? Это слишком сильно. Ой, плохой дар. И серьезно, вот там под вас. Окей, окей. Я думал, там ничья будет, как минимум.
Там должна была быть ничья. Там буквально два здоровья все остаются, и он... Окей. Окей. Две самоуверенности, да, отлично. Ну, иначе было бы слишком легко, полагаю. Ну, бред, конечно. Просто бред, конечно, просто бред. Какой же это бред? Ладно, Гонвер, ролл просто сделаем. Ну это жестко, конечно. Булщит драка, да это... забей. Я считаю, что это был какой-то скам. Ну то есть здесь окей, здесь опрос слабее. Тут, ну как бы, без опросов. У меня тут всего, считай, одна карта. И то, кстати, возможно, было бы больше шансов, если бы я поставил не привет на первый слот, потому что там 12 атаки пёсики, себе своего пёсика поставил на первый слот, и он бы забил его, и тут жопка, которая могла бы что-то где-то потрейдить получше. Может быть, было бы лучше. То есть, так, я типа фигню проиграл, но мог еще лучше подраться. Ну, кстати, больше 15, так что ладно. Не ноем. Так, еще 6, чтобы в 7-й дроп забрать, и как будто левелап немножечко, ну, вот это самоуверенно будет, и как бы неправильно самоуверенно. Так что давайте все-таки вот так вот сделаем. Ладно, вышло плохо. Ну, наверное, окей, попробуем. Ну, это странно уже. Ну, ладно, окей, заберем тоже. Так, ладно, мы это ставим, это продаем, это ставим, мы это продаем, мы это продаем, мы тебя ставим, ставим, продажа, забрал, поставил, шух. А, блин. Я думал, там будет другой спел забрал. Хотя нет, так даже лучше. Я же больше плопа тебя играю, еще больше карт по тебе играю. Ну и говно. Так, ладно, у чела 7-й дроп просыпается. Это, ну, как бы проблема. Это очевидная проблема, но... можно как-то что-то где-то здесь справить. Для начала, ребят, предположим, какой у него 7-й дроп идет. Приветик, я с Ютуба к тебе пришел. Здорово, здорово. Ну присаживайся, получается. Присаживайся. Располагайся. Тут на Твиче все злые, ребят, не надо это отводить заблуждение. Тут на Твиче только вот смайлик даже есть, пупсик. Все пупсики. Он ли пупсики? Нагта 7, может быть, кстати, нагта 7, если мне дают, я обычно беру, я даже сыграл где-то, по-моему, катку, а вот Арим была катка, как раз нагта 7. Да, я правда, нагта 7, хорош, молодец, читаешь. А можно с целой махнемся? Там активация, там два мурлока под релака, это просто вау. Просто вау, он еще и не проигрывает. Настолько жестким. Я не пупсик, ну, не все, значит, пупсики. Есть пупсики, получается, но не все. Звери, которые пробивают на 15. Я левел должен идти. У меня две пары, надо что-то из этого... What the fuck? Ну, там слишком криво до этого ходит. Ну, типа, я... Не, да, слишком криво. Слишком криво, слишком прям не нравится, прям фу. Сейчас я кого-то отдраю. Ну, слабо. Очень слабо, не нравится. Я точно проигрываю на следующее, пока хотя делать. Блин, такой неплохой старт был, и... Это пошло после того, как я проиграл. И вот она мне сейчас игру сливает. Понял, суперсильно.
Нашел птичку, и спаситель есть, и все на свете. Единственное, надо было на Рейвона переросла поставить. Хотя мы вроде так нормально. Ну, в смысле, он все равно меня выигрывает, просто мог чуть больше бафов получить. Я к этому. О, тактика лучше, чтобы получить Галакрона. Так, есть что-то там. Мауэй. Вау. Хотя, может, надо было Мурлока забрать, попробовать все еще. Я просто не верю, мне в это прям супер плохо идет. Просто как будто я могу там дособирать тебя, и, возможно, ты меня будешь закэрить немножечко. Немножечко где-то, когда-то. Ну, Мурлок тоже может быть, это, там браны какие-то соберутся, правильно? Мауэй. Ну, пока мы ближе все-таки в демонов. У нас все по демонов сыпет. Фига, прикольный, кстати, стабл. Они мне покушают, но не хочу продавать там сектанку, делать ролл. Ну, в целом, у меня тоже было такое, что я прям сидел этот на ушниках и таких вот больших раньше, частенько, и у меня прям... Подожди, он выиграл еще, фак. Вот, и да, там уши потели прям, ну реально было не очень неприятно. Бащерал. Магмолок играет за каждый этот, разыгранное, то есть за каждое существо, разыгранное вами в течение хода. А, ну кстати, да, реально существо. Гоминс на него. Блин, эта штука лучше просто. О, эта штука просто лучше. Не могу поставить. Мне, в принципе, это все дело не так сильно. Ну, это, ладно, это окей на лейт. Если я доберусь за лейта, там это может быть яд и что-то подобное. Ну, как будто я так же делал все-таки. Шук, слопал. Один ролл. Сейчас тоже слопаем. Поставил так. Демны 2. То есть, ребят, шанс на шиповедьму. Вот просто, ребят, реал шанс на шиповедьму. Как вы считаете? Я хочу сабабл дать. И я хочу мастенку дать. И, в принципе, если нет шиповедьмы, то может эту штуку зафокусить. То есть, пока вот это весь мусор бьется... Вас я прячу, может тебя даже спрятать. Не, я типа стенку бы садал, потому что проходчика вот так вот. Ну, Конвер, стенку навсегда, проходчику сададим. Вот, и... Ну, собственно, все, да? То есть, опять же, пусть пока мусор забивается. Но если даже больше поведет, то 50 на 50 у него шанс. Что если мне... А, да, реально, что меня уже нет вообще в игре. Ну, то вообще изи. Тогда изи. Эй, подожди. То, что мы мусором, кстати, бьем, это не прикольно. Да, тем, что именно, видите, там все фокусится. И он следующий бьет.
Он ничего не призывает, а сейчас у нас бабло призывается. И мы, ну, типа, мы не проиграли, потому что мы слабые. И надо быть слабее, показывать слабость, это даже хорошо. Чуть-чуть слабее, но по факту, видите, сильнее по итогу. Так, звери, вот этот чел просто забейте. Вонючка. Ну, пробуем. Шух. Шух. I run away. Ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Он ничего сыграл. Как вообще? Просто как? Может, я тоже с ними сейчас играю, может... У меня есть вот это вот двоица, это прикольно. Это хорошая комбинация. У меня есть Лерой в магазе. То есть я все еще эту штуку делаю. Ты первый атакуешь. Второй атакуешь, допустим, яд. Даешь сюда яд. Отсюда еще кусочки призываются. Может, что-то еще продать, но типа тебя минус ультра, ты не собираешься. Поставить Лерой. Лерой в конце тоже должен быть лучше, я думаю, чем, ну, что-нибудь. И там, в принципе, может быть зверь, что вроде спят, это верно, который себе здоровье бафает. И за счет этого Лерой справится. И слабо тут сильная. Джестет, ну вот, вот, да, нормально. Короче, ребят, я прям не уверен насчет вот этого товарища. Но хотелось бы. Скажу честно, хотелось бы. Ну, блин, с другой стороны, вот эту штуку трепеса брать еще больше хочется, потому что он сейчас, ну, как бы, захавает двоих соты. Бабл точно сюда. Пиноккио не нужен, да пусть будет Пиноккио, но он сильнее, чем вот это вот. Ну, кого так даже сделано-то? I run away. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну вот, ребят, ладно, это наш стол пока что. Пока что здесь сейчас это вот мы. Юрочка, ну как бы да, да. Смотрите, победа 100 пишет. Чисто вот эти штуки нужны, чтобы... Чтобы было время, чтобы, ну, можно было привереду забить. Тупо, ребят, время тянем. И помни, какой он в прошлый раз был жесткий, мощный. Этот чел был просто unstoppable. Это было не очень хорошо. Чел был unstoppable, сейчас от меня вылетает. Тут 21 есть? Тут много, тут 19. Не знаю, что много. Я могу бы так, кстати, получить. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Ну хорошо, хорошо. Топ-3 уже есть. Ну, короче, кто бы сомневался. Ту-ду-ду-ду-ду. Кстати, он по фине проиграл. Ну, тоже, да, про него коляска, это по идее хорошо. Должен ли его трепец собрать? Как будто да, должен. Как будто сейчас могу эту штуку выкинуть. Она не особо нужна. Короче, го вот так поставили, го вот так поставили. Го даже левел сделаем. Отсюда второй мурлок призывает, а второй мурлок должен быть какой-то прикольный мурлок. Трепет мышки, ну давай. Трепет мышки, я буквально, я смотрите, что я делаю, я продаю. Я продаю демона, потом я на следующий ход продаю еще демона, чтобы мне дали трепет мышки под, ну, уже двух демонов оставшихся. Ну нормально, нормально. Еще мышка. Слушайте, три мышки, это, кстати, прикольно. Слушай, реально прикольно. Пусть первый съедает, то есть кусь-кусь-кусь, а потом второй съедает, ну, доедает. Тебя забрать, как сейчас, не знаю, стенку куда-нибудь. Пойдет, пойдет, сюда стенку дадим. Надо найти что-то вроде мурлока с ядом вот в руку. Ривендер есть, под, ну, под вот это вот попробовать. Ну, хотя, ладно, пока так сидим.
После файта с тобой он понял, что самый главный враг уже побежден и перестал усилить. Ну, может быть. Не, на самом деле, зверям просто немножко тяжело этот усиливаться в дальнейшем. То есть в мидгейме просто машина. Если находишь там все всякие птички, вот который у него был сетап, это было просто мощно. Но он не знал, как его усиливать. Он продал карту, которая с пятой таверны, вот это вот, типа, дает дэмэдж, и потом снова... Ну, это, ну, как бы неправильно, как по мне. Блин, кстати, нормально, да? Довольно большая карта стала. Рано фризить, ну, как будто, блин, можно зафризить, но как будто не, тоже не хочется. У них, кстати, жесткая коляска. Прям покатился. Сделаешь скидку на трек до баллов? Нет, не сделаю. Не сделаю копии баллы. In the dark, but I'll make it. Так, давай мне яд. Яд хочу, яд. Яд. Это будет яд, смотрите. Опа. Это яд. Ну вот это точно яд уже. Блин, ну это ладно, это факт немножко. Немножко факт, я как будто надо, знаете, что сделать? Как будто надо продавать вот так вот. Забрать, поставил, дал бабл, продал и поставил эту штуку. Жалко, конечно, что мышка, да, пришлось продавать, но мне нужно было чуть покрутиться. Понял, ГГ. ГГ, я не могу победить то, что упадет. Ну, сетап у нас, смотрите, один в один. Только у него просто демон намного больше. Прям, а, у него еще эта штука против сектантки, кстати. Тоже прикольно. Видите? Ну ладно, на самом деле устраивает. У нас все было не очень хорошо. Вот в момент, когда я вот этой вот Юдоре проиграл файт, когда у меня было две самоуверенности, прям сильно зарешал. Если бы я не проиграл файт, просто был бы настолько легчайший топ-1. Вы даже не представляете. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.